работает магазин Виктория здесь и кафе пива Чумаков. Это пожарная часть. Здесь находилась когда-то. Кафе не работает, а магазин работает рядом. Вот такая большая здесь труба, котельная. Здесь, скорее всего, тоже ставили окна. Это на 17-м микрорайоне. Вот такие новые трубы устанавливают коммуникации. Это улица Митрополитская. Это улица Зелинского, 104. Здесь рядом магазин «Семья». И вот такая школа с окнами. И вот такой вид. Такое пересечение. Такой зелененький дом. Линского, 104. Горит свет здесь в части школы. Эта часть еще не восстановлена. Мы идем к парку. Здесь работает строительная техника. Это вроде бы 25-я школа. Тут еще была продажа вот такой части недвижимости возле школы. В общем, это район автостанции 2, самолета. Просили показать, кто уехал, дом под номером 106А на проспекте, на улице Зелинского. Здесь, к сожалению, вот этот подъезд, часть дома, она под ущербом. С другой стороны дома также покажу состояние. Здесь строятся новые дома, работает техника. Новые жилые квартиры. Здесь также строительный участок возле школы. Это Зелинского, 106А. Это район магазина «Жигулей». Дальше там. Вот. Зелинского, 106. Вот дом такой, эта часть дома, она в нормальном состоянии, а та, конечно, пострадала, к сожалению, часть дома. Рядом футбольное поле, такой паспорт объекта. Вот. И здесь такая сторона дома. Гаражи стоят. Все нормально с гаражами хоть.
Здесь школа. И вот такой вид некоторых подъездов. Вот эти, конечно, нанесен ущерб, конечно, вот этому пострадали вот эти вот части подъезда, дома, эти квартиры, конечно, к сожалению, их надо будет им восстанавливать, людям, строителям, всем, чтобы люди также жили в этой части жилого дома. Там происходит строительство нового дома. И такая часть пока что этого дома. Здесь первые два этажа, по-моему, как видно, возведены. Здесь это соседний дом. Вот такой его вид. Поближе показать строительство. Это, наверное, детский сад. Вот такое учебное заведение. Вот такие установлены новые электрощитовые. Наверное, их раньше не было. В этом доме тоже угловая квартира. Повреждены были. Это Зелинского. Другой адрес. Вот такая развилка. Здесь гаражи. Вот это сильно повредился дом, конечно. Здесь выход на улицу Метрополитскую. Здесь снесены некоторые дома, демонтировали по улице Метрополитской, улица Карла Либкнехта. И вот такая дорога. Магазин автозапчастей. И вот такой вид на улице Метрополитской. Рядом строительство новых домов. И также должны восстанавливать поврежденные дома здесь, в районе магазина «Жигулей». Сегодня шел снег, довольно прохладная погода, где-то примерно 2 градуса тепла. Вот. И подписывайтесь на канал, желаю всем всего хорошего. И ставьте лайки, и всем всего хорошего.